вот, насчет пожрать. Приходится ли себе в чем-то отказываться? Ну, после 35 лет пришлось уже контролировать, сколько ты ешь. А после 40, ну, мне-то я уже не танцую, потому мне все равно, но не хочу менять размер, только поэтому. Меня больше ничего не волнует, потому что жизнь с животом просто не очень комфортна. А все остальное мне безразлично. Я, пожалуйста, пусть у... Как бы... То есть вас эстетические аспекты не волнуют? Все, я дань физическому труду, эстетическому аспекту я отдал. Я прожил в таком виде, в котором пусть кто-нибудь достигнет. Все, я могу делать, что хочу. Я не хочу знать ни про физкультуру, ни про спортзал, ни про занятия, ни про что. Вы часто повторяете, что вы ленивы. Это воспринимается как какое-то кокетство, потому что, в принципе, то, чем вы занимаетесь, подразумевает, на самом деле, работу без конца. Пахота – это не работа, это пахота. И Раневская права – это каторга в цветах. Но дело в том, что когда я на это подписывался, я же не подозревал, что это будет так. Я был все-таки романтик в тот момент. Оказалось, что, ну, да, приходится... ножками молоко взбивать для того, чтобы получилось масло. Не самое приятное занятие.